Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем трек «Lil White Boy». А, что ты хочешь? Я просто что от меня хочешь? Пати больше нихуя не хочешь. Мой брат прошу тебя сказку, значит ты же больше не захочешь. Не сможешь курить, а? Вам пизю как хочешь. Знай ты ночь, представляешь ее под идеалом прочь. Ну, ребятки, очень стильно, современное начало, стильное, рэперское, современное. Ребята, очень нравится. Мне вообще нравится рэп, ребятки. Музыка классная, читает, танцевает, мне все нравится. Голосок такой, классно, ребята. Что ты хочешь? Хуйня, братан. Че это за хуйня, братан? Это компашка точно. Я ночью вожу, чтобы тут не пропалиться. Попроще бег газу, разыскивает полиция. Типа, что соплетит, при нас не ждет молиться. Я никогда в жизни не обращусь за помощью в полицию. Я как черепашка-ниндзя, на плоти мне вкипится. Чё-то как поцик, я вынужден убиться. На выбывшую шалаву, как можно второй раз влюбиться. Я скончал снова, как можно второй раз купиться. Дэм, ты реальная тупица. Мой бран столько ебанут, ему даже нихуя не снится. Знаю, ты меня любишь, и нахуй может тебе присниться. Всю жизнь чувак торчал и подохнет, как крыса. Ребят, что скажу? Мне очень нравится. Я люблю вот это, ребятки, вот эти рэпы. Он как, знаете, вот рэп читает он. Классно талант, читает. Талант, ребятки, да. Музыка такая, двигаться может, танцевать, ребятки. Мне нравится. Ребятки, слушаем следующий трек. Счастье. Я просто хочу счастья, и счастья на каждый день. Я просто люблю рэп и живу им каждый день. Мама, я просто много думал и думал об этом каждый день. Прости, я не могу без Бога. Бог мой бро, и каждый день мы с ним кайфуем понемногу. Иногда кайфуем 5 раз в день. Окей. Я помню, как на протяжении 5 суток не пил, не ел и думал о тебе. Все наши чувства пошли под откос после первого бонга. А после второго ты забыла обо мне. Рыцарь ходил по переулкам, и в этих доспехах нашли меня на дне. Ёбаный нигер, который живет у меня пару футов, какой-то из дней принес мне 5 кг. И мне самому так страшно не было, когда он взял, пропал где-то там во тьме. Мои мысли настолько впечатлительны, что я делюсь ими с вами на бите. И в один момент я понял это, что музыка как вторая мать спасает душу от дьявола и помогает, где бы она ни была, даже там во тьме. Ребятки, что скажу, а? Как он хорошо читает рэп, ребятки? А? И голос такой, прям читает хорошо. Все звуки проговаривает, ребятки. Молодец, мне очень нравится. Ты прям рэпист. Серьезно. Рэпер. Да, рэпер. Тебе даже можно в батлах сниматься. Молодец, умничка. Музыка нормальная, читаешь хорошо. Молодца, молодца. Танцевать можно. Вообще умница, мне понравилось. Продолжай. Молодца. И помогает там во тьме. Мне вообще пиздец одиноко. Мой лучший друг погиб. Рэпинники, то земля пухом. У меня осколок в груди. Я сливаю этих незнакомых людей, которые хотят играть в дружбу. Они пугают уже как они пугают уже как будто дементор хочет высосать мою душу. Я лучше сдохну, чем буду играть роль твоего лучшего друга. Возможно, мои пальчики трудны слегка, но кто тоже ранен поймет друг друга. Я хочу полетать, но без крыльев, сам не буду. Жизнь этих уебанов реперков состоит из пиздежа и траблов. И если мои пацаны тут, они предложат вам хороших табл. Мои пацаны сейчас тут со мной. Кто из вас хочет серьезных траблов? Дэм, и сейчас... Дэм, и сейчас нихуя тоже нету. Но когда-нибудь появится все, не сразу. Так что, бро, не забудь мой метод. Он рискованный, но даст тебе все и сразу. Эй, пау, это оп, там что-то бегает. И вообще у вас не айса, фольга. Пау, это мои пацаны с блока. Отняли у вас все и навсегда. Потому что я рэпер не от бога. Но все же я в нем навсегда. Вы базарите очень много, но не вывозите, как всегда. Читайте раньше и лучше, возможно. Но все равно где-то в шоке. Пока на небе не тучки и солнце греет, как меня 2 колпака. Damn.
Итак, ребятки, во-первых, музыка очень красивая. Очень красивая музыка. И он шикарно читал рэп. Ребятки, шикарно читал рэп. Молодец. Это будущий человек, который будет участвовать в батлах. Я так думаю. У него все получилось. С выражениями читал. Слова все прочитывал. Музыка. Текст мне понравился. Молодец. Умничка. Следующий трек слушаем. Сакура. Да,私... Эй, ты такая нежная, ты похожа на Сакуру. Если ты больна любовью, отведу тебя к врачу. Детка, детка, расскажи мне все секреты. Я буду хранить их в тайне никому. Я не могу так, расскажи, где и с кем ты. Эй, эй, покажи мне, с кем ты. Ты дарила боль, я Ну, молодец, молодец, голос красивый. Красивый, чистый голос. Вот чистый, красивый, молодец. Очень красиво получается, читаешь шикарно. Музыка такая, она не мешает, музыка. Она такая, она тебе прям подыгрывает под твой голос. Молодец, очень рад, текст нравится. Текст о любви, это шикарно. Дарила боль, я дарил букеты. Если ты полила только грязью в пакеты. Может, ты давила на меня, то где и с кем ты. Я сыпаю с себя грязь, черту аргументы. Детка, детка, что будет, если менты заберут меня в отдел, забудь себе документы. Я могу забыть многое, но не те моменты, когда мы с тобой вместе плыли. С тобой мне приснился сон, где Бог тебя влюблён. Мне было ты очень близко, я почувствовал. Ребят, еще раз скажу. Ну какой красивый тембр голоса, ребятки, да? Ну какой шикарный тембр голоса, да? И все, музыка такая нежная. Она так нежно-нежно льется, ребятки. И голос такой красивый такой. Такой, знаете, оттенок голоса красивый. И музыка такая, тыки-тыки-тыки-тыки, ребятки. Хорошо звучит. Вот это сейчас второй исполнитель. Рэп был в начале. Сейчас второй исполнитель. Голос тоже классный. По покою только там бывает чудо, и сбываются мечты. Мне так очень не хватает твоей нежной теплоты. Я нашел тебя, бэйби, я отдал себе любовь. Забыл живое обещание, что давал тебе вновь. Я был длинным для тебя, я протер все ноги в кровь. Совсем пиздюк, у меня нет ничего. Все эмоции и чувства для меня словно ничто. Оставил их как дерьмо, подавил уже до тла. Собираю чертов в пепела. Боли в поражении исчезнут навсегда. Я играю в жизнь, блядь, чертова игра. С переменами и кодом одиночка для меня. Одиночка для меня. Так, прошу прощения, по-моему, я ошиблась. Тут у нас исполнитель White. Так, White, так, Lil White Boy. Это один исполнитель, значит, он... Просто технику пения изменил. Вначале был рэп, потом началась песня. То есть он своим голосом две партии сыграл. Я почему-то подумала, что подключился второй голос. Нет, нет, это один человек поет. Я же вижу, а он вначале рэп читает. Да, потом поняла. Он прекращает, его уже идет мелодичность его. Точно, точно. Ты что? Я же все вижу, все слышу. Надо было тебе поправить меня. Я не поняла вначале, думаю, потом я тебе скажу. Угу. Думаю, потом я тебе вот так скажу. Ты что мне скажу? Путаешь. Что скажу? Мы все прослушали. Один, да? Исполнитель здесь, да? Да, да. Мы прослушали, да, то, что прослушали. Нам надо. Вот хочу, ребятки, вот подытожить. Очень талантливый молодой человек. Ну, то есть меня удивило, что он своим голосом изобразил, ну, голос совершенно другой. А как ты хотела? Он артист. Ты как хотела? Артисты так же делают. У них свои изюминки, понимаешь? Все, они раз лайфхак включили, раз голос изменили. Во-первых, хочу сказать, ты хороший рэпист. Рэп читаешь, классно, батл. Ты можешь в батлах участвовать. Можешь, понимаешь? Ну, конечно, это не сразу раз пошло в батл. Нет, конечно, это труд большой. Но ты читаешь, классно. Начало уже у тебя положено, понимаешь? Музыка красивая. Твоя музыка не мешает твоему рэпу, понимаешь? Совершенно. Дополняет. Да, она только дополняет. Она тебе изюминку дает, понимаешь? Не то, что там музыка гремит, и твой рэп так, ну, слышно его, ну. А у тебя, наоборот, голос шикарный.
И музыка тебя так, понимаешь, вот так она тебе делает. Сопровождает. Щекотит она тебя, понимаешь, щекотит. Молодец, талантливый. Ты, пожалуйста, давай, на достигнутом не останавливайся. Давай стремиться батлом. У тебя батл, мне кажется, идеальный будет. Ты хорошо читаешь рэп. Умничка, умничка. Всего хорошего, друзья.